Отделение миграционной службы Красноармейска. В коридоре десятки людей. Это очередь на оформление загранпаспорта. Некоторые горожане пришли сюда за 4 часа до начала рабочего дня. У меня родственники в России. Я был обязан посещать Россию. У меня там похоронен отец, мать. Я обязан ехать их поминать. По простому паспорту, извините, у нас другой раз не пропускает. Всегда находит причины какие-то. В Россию уезжать. У вас родственники? Да. Дядька, тетка. А у меня дочка в Краснодаре живет. Поеду к ней, наверное. Людмила собирается ехать в Белоруссию. Женщина переживает, на границе могут возникнуть проблемы. Поэтому решила оформить загранпаспорт. Мы возим на лечение внука. Вот для этого, ну как, берем на всякий случай. Вдруг мало ли что, какие перемены, и надо будет загранпаспорт. Отделение обслуживает Красноармейский, Александровский и Добропольский районы. Месяц назад добавили и жители Константиновки. Именно это стало причиной очередей, считает Александр Ермоленко. У нас где-то 30-40% получился прирост. Но это, опять же, я говорю, за счет добавления другого города. Бланков, как нас уверяют, на фабрике в достаточном количестве на данный момент. Пока с 1 января ни одного дня задержки не было. Ни по каким причинам. Единственное, были задержки, когда были переметы снежные. Загранпаспорта смогут получить все желающие, заверил Александр Ермоленко. Подать документы можно во вторник, среду и пятницу с 8 утра до 5 вечера, а также в субботу с 8 до 12. Ольга Сапронова, Панорама.